Настоящие хоккейные страсти у ворот Трехгорки. Одинцовская «Армада» в отличной форме, готова к борьбе. Но и соперник серьезный, опытный, уступать не собирается. Все любители практически. Есть ребята, которые имеют небольшой опыт школы хоккейной, но как бы дальше они не пошли. Кто-то раньше закончил, но основные навыки имеют. Но и таких мало. В основном все любители, самоучки. С самого начала матча инициативу захватили хоккеисты «Армады». Уже к концу первого периода счет на табло 3-0, не в пользу Трехгорки. Однако на настрое болельщиков хоккейного клуба это никак не отразилось. Ведь шанс отыграться еще есть. Я пришел поддержать наших парней из хоккейного клуба «Трехгорка». Для меня этот клуб очень близок. Поэтому я бы очень хотел, чтобы ребята из ХК «Трехгорка» сегодня победили. Ну и второй и третий период также для хоккеистов из Трехгорки долгожданного результата не принесли. Забили одну шайбу, но окончательно перейти в атаку так и не смогли. Команда главы Одинцовского округа победила со счетом 6-1. Поблагодарили друг друга за хорошую игру и пообещали сыграть еще раз, чтобы взять реванш. И такая возможность у игроков Трехгорки еще будет. Татьяна Верняковская, телекомпания «Одинцово».